Приветствую вас и постараюсь объяснить, как обстоят дела в вашей ситуации. Мужчина получил сильную психотравму, которая не дает ему спокойно жить, которая не позволяет ему оставить это переживание в прошлом и которое мешает, наверное, наслаждаться настоящим и будущим. Значит, прорабатывать нужно чувство вины, прорабатывать нужно ситуацию в целом. Тогда заново переживать ее и, собственно говоря, работать непосредственно с ответственностью мужчины, с его гипертрофированной ответственностью, для того, чтобы чувство вины, вот это вот мнимое чувство вины, убрать. На самом деле, мужчине нужно обращаться к психологу самостоятельно, то есть без вас. Ибо в этой ситуации, естественно, помочь ему можно только в том случае, если он сам захочет что-то изменить. Потому что, что бы мы ни сказали вам сейчас, все равно это не имеет смысла, потому что дойдет до него только лишь через посредника, через вас, а это уже будет не то. Вашему мужу сказать нужно примерно следующее, что если ты не хочешь, чтобы тебе снились подобные вещи, обратись на сайт, опиши свою проблему и поработай с психологом. Тогда проблема решится. Существует много различных методов для борьбы с неприятными сновидениями. И я думаю, что вашему мужу достаточно будет ретроспективы, то есть заново пережить ситуацию, в которой он был, чтобы помочь ему осознать отсутствие своей вины, помочь ему понять, что он сделал все, что мог. И тогда проблема перестанет его беспокоить. Если мужчина не хочет обращаться к психологу, то вы можете сказать ему, что вы тоже переживаете, вы тоже страдаете, вы тоже не хотите, чтобы он мучился и так далее. И потому хотели бы, чтобы ради вас он сделал это. То есть обратился за помощью хотя бы вот в формате такого вот публичного вопроса, если не хочет работать индивидуально. Ну а дальше, я думаю, направление его действиям будет задано, по крайней мере, будет начата проработка его ситуации, и если он решит, что ему может помочь подобное, то он, я думаю, обязательно будет работать дальше и избавиться от своей проблемы. То есть вам лично нужно только посоветовать ему обратиться на сайт и как можно подробнее изложить проблему уже как бы из первых рук. Можете показать ему это видео, если хотите, ссылочка будет доступна, она никуда не денется, не удалится. Так что решать здесь вам. Другое дело, что сложность, наверное, будет состоять в том, чтобы уговорить его, и на случай, если вы покажете это видео ему, то хочу сказать непосредственно мужчине, что вы, чтобы это не было, переживаете состояние, потому что оно
является не до конца осознанным, не до конца вами принятым, не до конца вами пережитым. Соответственно, восполнение этих моментов, восполнение этих пробелов поможет вам лучше увидеть ее и понять истину, правду. И тогда и вы, и ваша жена будете жить счастливо. Хотя бы ради нее, как бы обратитесь за профессиональной помощью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим.